В 2007 году была разработана и одобрена проектно-сметная документация на реконструкцию лечебного корпуса Брестской детской областной больницы на 120 мест. Строительные работы начались в июле 2010-го, и в первую очередь неврологические и кардиоревматологические отделения были введены в эксплуатацию уже в марте прошлого года. Пульмонология, гастроэнтерология и физиотерапия модернизированы еще за меньший срок. Чуть более года работы отделения снова готовы работать в полную силу. Если раньше площади не позволяли соблюдать санитарно-эпидемиологические нормы, которые сейчас существуют на сегодняшний день, то после реконструкции условия пребывания как наших маленьких пациентов, так и родителей значительно улучшилось. Физиотерапевтическое оборудование, аппарат для размораживания плазмы, нейроэнцефалограф, нейромиограф – это далеко не полный список технического оснащения, которым пополнилась база лечебного учреждения. Всего на модернизацию больницы, включая проведенную в 2006 году реконструкцию отделения анестезиологии и реанимации, было затрачено порядка 23 миллиардов белорусских рублей. Произведенное переоснащение значительно улучшит качество оказания медицинской помощи. Я с самого начала видел это здание, которому 50 лет от роду. И оно, конечно, было в неприглядном состоянии. Сейчас это сказка по-хорошему. Самое главное, что кроме здания сделано очень многое и все то необходимое оборудование для лечения, для диагностики тоже поставлено. Но вместе с оборудованием и реконструкцией мы вложили более 20 миллиардов рублей. Тем более вот сейчас главврач походу говорит, что надо пару каких-то серьезных комплексов, которые позволят уже лечить все абсолютно здесь. Поэтому будем думать, каким образом доснасить эту больницу. Ежегодно в стационаре областной больницы получают лечение более 14 тысяч детей, консультативную помощь около 30 тысяч. И главным результатом работы высококвалифицированных профессионалов своего дела специалистов-медиков является улучшение индекса здоровья детей в последние несколько лет. А укрепление материально-технической базы поспособствует оздоровлению подрастающего поколения нашей страны. Ведь здоровые дети – это здоровая нация.